Привет всем! Думаю снять распаковку, обзорчик. Получил премию. Вот. Это квитанция о приобретении чайника Scania сервис специализированным. И хочу вам его показать. Чайник электрический. Думаю, раз на Scania сервисе он продается, значит, рассчитан для машины. Тут как бы и розеточка есть, такая вот маленькая, узенькая. Вот, сейчас достаем его. Так, есть еще инструкция, больше ничего. Так, по инструкции на разных языках, но не на русском, не на украинском. Нет, есть. Функции ключ, защита. Ага, включается, когда сухой. Это потом почитаем, это и так ясно. Значит, что здесь в комплекте еще? Этик, подставочка. Убираем. Это еще должен быть двухсторонний скотч и два шурупика. Или когда оформил, там оставил. Или здесь, да. Это еще двухсторонний скотч. И там два шурупика. Здесь две дырочки. Я его, наверное, где-то вот здесь буду крепить. Зеркало вот так вот поставлю. Да. И вот, чтобы он мне обзор не закрывал. Садится хорошо. С этой не выпадет подставки. Так, дальше шнур. Длина. Чайник на 300 ватт. Здесь максимум выдает 24 вольта, 300 ватт. Здесь 24 вольта, 360 выдает. И 16 ампер. Так. Переходник вот такой вот удобный. То есть сейчас он как под обычную. Вот, вот такую большую. Этот отщелкиваем, ну, по резьбе открыл, вынул. Эти усики, правда, нужно подогнуть. И тогда уже вставлять. Ну, сейчас я это сделаю и продолжу. Итак, я это уже сделал. Вот нужно эти усики разогнуть. Разогнул и фиксируется. Фиксируется в середине вот этим выступом. Итак, вставляем. Плотно так садится. Берем водичку. Чайник на 0,8 литра. Небольшой, но больше и не надо. Потом еще его промою. Китайским пластиком не пахнет, но я сомневаюсь, что он не китайский. Наберу-ка я минимум. Ну, немного больше.
Так. Меньше пол-литра. Опять закрываю. Он на кнопочках. Включаю. Он когда включил, светится power. Ноль выключил. Засеку-ка я время. Так, часы. Секундомер. Пошло время. Ну, пока пауза. Итак, уже начало закипать. Прошло 9 минут с половиной. Крышку я плотно закрыл, плотно. Все, выключился. Ну, сейчас продемонстрирую. И выключился этот. Вот так включается. Отдельно выключается. Прочитал пока инструкцию. В инструкции пишет, что повторно уже что-то делать нужно подождать 3 минуты, чтобы не выключил он раньше времени. Ну, этот датчик. То есть, если там он недозакипит из-за этого, там через 3 минуты опять там можно залить. Теперь мне осталось только придумать место, где. Думаю, может, здесь я оставлю. Вот здесь так более-менее будет закреплен вот этим двухсторонним скотчем. В самой тарелочке сидит плотно. Вот, думаю, будет интересно. Давно я его хотел, очень давно.